И я начну свой рассказ сразу же со спекулятивного вопроса, придет ли Skynet? Когда его ожидать? Вообще, все это на самом деле спекуляция, и самые топовые ученые в этой области, области искусственного интеллекта, они, естественно, говорят, что в течение ближайших 50 лет ждать чего-то от искусственного интеллекта, такого, как в фантастике пишут, не приходится. Мое же мнение, что в течение 10-20 лет вот с текущим стеком технологий именно Skynet, как нечто мыслящее, нечто, что имеет причинно-следственную связь, просто невозможно. Вот. Но давайте поймем, почему это невозможно уже сейчас. И мы начнем, как я говорю, от Адама, то есть от самых основ. Самое основа, это машинное обучение. Машинное обучение — это подобласть огромная искусственного интеллекта, чисто математическая, которая строит математические алгоритмы на данных и потом на других данных предсказывает какие-то вещи. Вы можете видеть машинное обучение везде, в рекомендательных системах, в распознавании видео, картинок и так далее. И как это работает более формально? С математической точки зрения машинное обучение пытается построить такую функцию… Вот такую функцию f, которая из x сопоставляет y, где x — это признаки, признаки некоторых объектов, вот этих. То есть в данном случае здесь вы видите 5 переменных на человека. И здесь есть переменная роста, средний балл в школе, IQ, сколько пива человек пьет в день, пол. И наша задача предсказать по объектам, то есть вы знаете к объектам еще некоторые метки. То есть это ответы для этих объектов. То есть, к примеру, вот у первого человека с таким ростом, там, таким средним баллом IQ и так далее, у него средний балл в первом семестре будет 4,4, и он не курит. И наша задача — построить математическую функцию, которая x сам сопоставляет y. Соответственно, разделяют две задачи — регрессию, когда переменная вещественного значения, и классификацию, когда мы по категориям пытаемся предсказать. Мы обучаем наш алгоритм на тренировочных примерах, на тех, на которых мы знаем метки, а потом предсказываем вот по входу, по x, какой-то выход метки их на тестовом. И нейронные сети — это алгоритм машинного обучения, естественно, который инспирирован, воодушевлен биологическими нейронными сетями. И чтобы понимать, что это такое, надо понять, что такое биологический нейрон. Я не биолог, я математик, поэтому я расскажу так, как я это понимаю. Соответственно, у нейрона есть тело и есть входы в нейрон, дендриты такие. Их очень много может быть. И по дендритам входит некоторый нервный импульс в тело нейрона, там что-то с ним происходит с других дендритов, и потом генерируется нейрохимический, по-моему, сигнал, который идет по аксону и дальше передается другим нейронам через синапс. Синапс — это некоторая связь, тут есть нейромедиаторы, и сигнал передается дальше, и в зависимости от силы синапса электрохимический сигнал либо понижается, либо наоборот повышается. Такая модель, она очень простая, то, как я это описал. И, соответственно, в 1947 году она была описана математически Маккаллоком и Питцем. Смотрите, вот здесь это наши дендриты, типа X1 и так далее, XN. Они входят в некоторый нейрон, в данном случае это просто сумматор, и потом применяется некоторый выход. То есть дальше они по аксону идут и применяется функция активации, вот здесь вот, сигма. Соответственно, в нейронной сети вот в такой модели настраиваются вот эти W, веса. То есть те веса — это фактически эти синапсы, синаптическая связь. С какой силой надо учитывать вот этот вот признак и так далее, вот этот вот признак. И это один нейрон. Соответственно, это очень просто обобщается на искусственную нейронную сеть, которая вот представлена на этом слайде. Тут у нас есть вот наши признаки, какие-то входные, те, которые я показывал раньше. И у нас есть, может быть, много слоев, таких, как этот нейрон, который я показывал на предыдущем слайде. Я надеюсь, я понятно объясняю. То есть и слоев очень может быть много. То есть вот этот нейрон, вот этот нейрон, вот этот нейрон. И дальше тоже очень много слоев. И на выходе у нас есть выходные нейроны, которые, к примеру, в задаче классификации сопоставляют. Каждый нейрон отвечает за какой-то конкретный класс. К примеру, если мы будем тренировать задачу на распознавание рукописных чисел, оцифрованных, вот это нолик, мы подаем нолик как пиксели просто сюда. То есть, допустим, картинка 32 на 32 развернется в 1024 входа. Соответственно, на выходе мы будем иметь 10 нейронов, каждый из которых будет отвечать за класс 0 и так далее, класс 9. И нейронная сеть будет выдавать вам в конечном счете вероятность того, что этот 0
который мы видим здесь, он принадлежит к какому-то классу и здесь. Вот. Теперь можно видео включить? Теперь давайте посмотрим на пример обучения сети, когда мы уже знаем, что это такое. Получено с сайта Playground TensorFlow. Смотрите, у нас есть данные, это синие и желтые точки. И нейронная сеть, вот здесь вот входной слой, вот это скрытый слой, это еще один скрытый слой. Задача нейронной сети построить такую разделяющую прямую, которая сможет разделить желтенькое фактически от синих точек. И вот вы видите тут бегущую строку, это итерации, это сколько нейронная сеть гоняет те примерные данные, которые у нее есть, чтобы настроить вот эти веса. По силе и по жирности вот этих точек мы видим самые сильные веса. Здесь вот видно, что она как будто бы ничего уже не делает. На самом деле она в какой-то минимум наверняка попала, локальный. И вот сейчас, вот видите, вот все, она уже не настраивается, потому что тут ошибка 0,0,0. То есть она полностью разделила все тренировочные примеры, на них обучилась и готова в бой идти, предсказывать что-то другое. Вот так она примерно работает. Вы можете сами зайти сюда и поиграть с этим. Это очень классная штука. Вот здесь вот сверху написаны параметры нейронной сети, такие как функция активации, регуляризация и так далее. И теперь, когда, я думаю, все понимают, что такое нейронные сети, я хочу резюмировать про них разговор тем, что сказать, какие у них есть плюсы и минусы. На самом деле была доказана теорема Колмогоровым, что нейронные сети — это универсальный аппроксиматор, поэтому это очень универсальный, очень мощный и очень гибкий инструмент. Гибкий он потому, что вы можете конфигурировать сколько слоев, сколько нейронов, какие функции активации и так далее. И нейронные сети подходят под любые абсолютно задачи искусственного интеллекта. И лучше всего они себя показывают в задачах со сложной информацией, таких как картинки, текст, аудио, видео и так далее. Такие как роботы, когда они сенсорами что-то считывают. Но у нейронных сетей есть много минусов. Один из самых центральных минусов — это то, что их очень долго тренировать. Для этого нужно специальное оборудование, так называемые графические процессорные устройства, GPU. И не всем им не по карману. К примеру, самое оптимальное для тренировки больших нейронных сетей стоит сейчас от $1000. Вот. И нужна экспертиза. То есть просто так вот взять и построить свою сеть по заказу очень не получится, хотя есть сейчас разработки, которые позволяют это сделать, но тем не менее. И для того, чтобы они показывали лучшие и очень хорошие результаты, для нейронных сетей нужно много данных зачастую, то есть больше, чем другим алгоритмам. Теперь давайте поговорим о том, какие хиты есть вот в искусственном интеллекте, что нашумело, что круто и что есть сейчас. И начать я хочу с такой картинки, которая отражает тренд. Смотрите, за последние 3 года все крупные IT-гиганты скупают постоянно стартапы с искусственным интеллектом. И это очень круто. Тренд увеличивается. Наверное, он скоро будет экспоненциальный, не знаю. Но в этой статье сказано, что 60% из всех покупок окупаются у этих стартапов, таких как Google, Microsoft и так далее, за год. И для меня самое прикольное в этой картинке — это покупка Google DeepMind. DeepMind — это английский стартап, который основал Демис Хасабис, если вы знаете такого. И они там занимались типа General Purpose Artificial Intelligence, то есть общего назначения искусственным интеллектом. Google его купил, а потом DeepMind сам начал покупать стартапы. И именно за счет того, что они привлекли кучу крутых очень экспертов в этой области, они выстрелили с 2 очень крутыми работами, о которых я дальше поговорю. И вот еще такая мысль здесь. Facebook, Microsoft и так далее, все усиливаются по всем областям знаний в искусственном интеллекте. Это по речи, по распознаванию картинок и так далее. Но каждый делает на что-то ставку, одну конкретно. Вот, допустим, Microsoft на распознавание речи, Facebook на виртуальную реальность. И это очень важно понимать, что и покупки будут соответствующие у них. Вот. Теперь начну с такого. С такой работы. В феврале прошлого года вышла работа в Nature от Google DeepMind, где они показали, что нейронную сеть можно обучить играть в игры Atari, и она будет круто это уметь делать. Я скажу, что такое игры Atari. Вот смотрите, вот эта игра, это помните этот пейнтбол, я не помню, как она называлась у нас, но это называется Breakout в Atari. Это когда ездит платформа, и надо выбивать эти кубики. А вот в этой игре надо водолазам, которого вот здесь вот вы не видите, надо им ловить что-то снизу, убивать каких-то там акул и всплывать вверх. И у всех игр в Atari, 49 их протестировали, у них у всех разная механика. Где-то надо бегать по лабиринту и так далее.
Тутанхам, это игра называется. У Гугла получилось просто без каких-либо знаний об игре, то есть об окружающем мире, натренировать одну единственную архитектуру нейронной сети, которая в 27, вот этих вот, которые тут слева показаны, играх из 49 превосходит человеческий уровень игры в эти игры. И это очень круто, вы можете потом прочитать эту статью, она ну, просто ошеломляюще крута. Теперь я хочу рассказать, как это работает, потому что это, ну, это очень важно понимать. Как это работает? На самом деле вот эта схема называется в искусственном интеллекте обучение с подкреплением. Идея такая. У нас есть некоторый агент, это мозг. Он делает некоторые действия, это экшены. То есть нажимает в данном случае на джойстик. Среда, в данном случае Atari, это среда, она дает ему какую-то награду, то есть очки, да, допустим, он наступил на кристалл, убил акулу или еще что-то, и переводит его в другое состояние, в другой стейт. И, соответственно, агент постоянно совершает вот этот вот круг в этой системе, и в данном случае, почему это как бы относится к нейронным сетям, Google заменила вот этого агента на глубокую нейронную сеть, сверточную. Вот. И как это работает уже в системе, мы получаем просто пиксели картинок, просто пиксели, то есть обычные игры, абсолютно разных. У нас есть нейронная сеть, мы подаем это на вход нейронной сети, он проходит через всю нейронную сеть, и выходы у нас — это 18 состояний джойстика, возможных комбинаций нажатия клавиш, которые соответствуют той награде, если вы нажмете это действие. То есть если бы я нажал там вверх, я бы получил 50 очков, там ничего бы не сделал, ничего бы не получил. Вот. И, соответственно, нейронная сеть тренируется в каждой игре попиксельно делать те действия, которые приведут ее к максимальному реворду, то есть позволят ей максимально много выигрыша набрать в играх. Не могу обойти вниманием… А, нет, давайте еще посмотрим пример игры, как она работает в жизни. Там можно первые 20 секунд пропустить. Смотрите, первые 10 минут сеть делает очень много случайных действий, чтобы понять среду, поэтому она очень часто ошибается. Она просто накапливает базу этих меток. То есть метки, в данном случае те, которые я показывал раньше, это то, что происходит при взаимодействии со средой. Их надо накопить. Поэтому первые минуты сеть просто как бы обучается. Вот, то есть накапливает эту базу. Через уже 120 минут она играет отлично. То есть вот сейчас вы увидите, почти ничего не пропускает. Ну, конечно, падает, но ну так. У меня, кстати, когда я участвовал в хакатоне, посвященной этой штуке летом в прошлом году, у меня не получилось набрать столько, сколько нейронная сеть набирает. Вот. Хотя я очень часто пытался это сделать. И самое прикольное… Смотрите, тут вот дальше будет потрясающая вещь. Уже через в два раза больше, через 240 минут, она находит какую-то оптимальную комбинацию, как ей надо действовать, чтобы фактически ну, не проигрывать. То есть она находит лазейку вот здесь, вот она прорубает проход, чтобы закинуть шарик сюда, и чтобы он здесь вот все выбивал. Таким образом, она действительно набирает больше, чем человек. Вот. И вот таких вот, это на самом деле это сайд-эффект, то есть сторонний. И таких вот очень много случается, когда мы говорим о нейронных сетях в применении к обучению с подкреплением. Собственно, дальше пошли. Не хочу обойти вниманием Google AlphaGo, который вот 15 марта состоялся финал, когда AlphaGo, система Google DeepMind, победила со счетом 4-1 Ли Сидоле. Это Go-профессионал, он в рейтинге топ-3 сейчас в мире. И их система, которую вот они тоже опубликовали в Nature, Mastering the Game of Go, она тоже основана на обучении с подкреплением, про которое я рассказывал, про Atari. Только там ну, как бы механика игры совсем другая, и там еще используется поиск по дереву, вот таких комбинаций хороших, которые принесут реворд, очки в позиции. Вот. Но как бы… Я про это хочу рассказать в следующем своем выступлении, поэтому давайте я скипну этот момент. Что еще есть сейчас прикольного? Есть нейрочат-боты. Вот если вы заходили на какой-то сайт, вы могли видеть, что вам там часто предлагают «Оператор Александр на связи, готов вас обслужить, напишите ему что-то». Я пишу ему: «Оператор Александр, скажите, как мне выбрать гладильную доску?» И тут мне сразу же он выкидывает ответ:
гораздо более конструктивно будет с вами пообщаться по телефону. Позвонить, оставьте свой телефон, мы вам перезвоним. Это не искусственный интеллект. Искусственный интеллект — это когда вы задаете какой-то вопрос, и на естественном языке вам генерируется ответ. Такие системы, как Cortana или Siri, они по ключевым словам работают. А вот эта работа, которая, естественно, есть статья, тут прикольно то, что мы дали огромный каркас текста, там, Википедию или, не знаю, всю советскую литературу или еще что-то, натравили на нее нейросеть извлекла знания, и теперь она способна отвечать, то есть имитировать естественный язык, стилистику и так далее. Для меня самый прикольный вопрос и ответ — это зачем нужны эмоции, и искусственный интеллект отвечает, я не знаю. Мне кажется, и в будущем будет точно так же. Теперь про фан-арт. Наверное, я не знаю, все ли слышали или нет, но существует такой сервис depart.io, куда вы можете зайти, загрузить свою фотографию, вот эту, допустим, применить к ней какой-то стиль, к примеру, взять стиль Ван Гога, и получить ваше изображение, только стилизованное. Это очень круто, все, я извиняюсь, писаются кипятком от этого сейчас. В общем, очень популярная тема, основана на сверточных нейронных сетей, выделении контента изображения и стиля, и применении. И это очень круто. Многие программисты верят в то, что это сможет заменить дизайнеров в конечном счете. Такие, как я. И как продолжение работы, есть такая штука Neural Dude. Тоже совсем, видите, совсем свежая, 2016 год. Тут все свежее. Вы пишете какую-то аннотацию, зеленый цвет, синий цвет, коричневый цвет. Вы знаете, что синяя вода, зеленая травка, коричневое дерево. Накладываете стиль и получаете хопа и картину в стиле Моне и так далее. Вот давайте посмотрим, как это работает. Ну-ка, у меня не крутится. А вот, включите видео, пожалуйста. Там тоже можно листнуть немного. Соответственно, есть уже работы по применению таких технологий в видео. Сейчас уже хотят многие люди в Blender встраивать такие системы, чтобы можно было моделировать 3D для игр. То есть это недалекое наше будущее с вами. Ну, в общем, понятно, да, как это работает. Вы просто рисуете, потом хопа, применяете и работает. Вот. Давайте дальше. Что еще осталось? Совсем недавно, вот буквально меньше месяца назад, закончилась GPU Technology в Кремниевой долине, организованная NVIDIA компания. Они предложили революционную архитектуру NVIDIA Pascal, которая в 120 раз может ускорить обучение нейронных сетей на графических процессорах. Это очень круто, очень современно, и сейчас тоже все в восторге от этого. Также большой успех нейронные сети сейчас показывают, и глубокое обучение в частности. Глубокое обучение, чтобы вы понимали, это когда много слоев у нейронной сети. Вот. В биологии, то есть сейчас берут генную экспрессию, биопсию крови, к примеру, с человека, берут его по профайл генной экспрессии, и по профайлу генной экспрессии очень с хорошей точностью, чуть больше 90%, могут предсказывать, каким заболеванием болеет этот человек. Очень много сейчас открытий и научных работ делается в сфере нескольких источников, когда у вас есть картинка, к примеру, и текст к ней. Надо это все объединить, то есть это два абсолютно разных источника, да, и предсказать, что вот, допустим, у него усы из бананов. Вот. И тоже огромный успех сейчас в основном Microsoft достигает в системах распознавания речи. Ну, все вы знаете про Siri, про Cortana. Там тоже глубокие нейронные сети используются. Они показывают лучшие сейчас результаты. И, в общем, все с этим круто. Теперь очень коротко хочу рассказать о будущем, потому что будущего никто не знает, и говорить о нем особо много не получится. Но вот как я это вижу, я выделяю на самом деле 4 ключевых тренда, которые мы вот увидим в ближайшее время. Во-первых, это виртуальная реальность. Сейчас очень много исследований посвящено тому, чтобы в виртуальной реальности вы смогли двигаться. То есть не просто, знаете, как Oculus Rift надел, и все, и тебя там гоняет по каким-то непонятным сценам.
тебе страшно, еще что-то. Вот. А чтобы ты мог двигаться, чтобы ты мог подкидывать вещи, чтобы ты мог взаимодействовать уже с кем-то. Тут вот, я не помню кто, но приобрел стартап, потому чтобы, когда надеваешь очки виртуальной реальности, ты видел своего собеседника напротив себя в скайп-колах. Вот совсем недавно это было. Вот. И очень много средств инвестирует в это, в том числе Facebook. Это интернет вещей, когда становится куча гаджетов, все гаджеты набирают какую-то статистику работы, там утюг говорит холодильнику, я не знаю, разбей мне 3 яйца и так далее. В общем, тут собирается огромная статистика, эту статистику можно использовать, можно предсказывать, что человек будет есть и так далее, и там тоже огромное место нейронным сетям. Отдельно хочу выделить тренд персонализации. Вы, наверное, замечали, что реклама вам персонализированная пододвигается, еще что-то. Вот, в общем, все скоро будет персонализировано, от поездок за границу до книг и так далее. И крутость всего этого в том, что сейчас, вот тоже совсем недавно, нейронные сети вошли в эту область, называется Deep Recommender System. Это глубокие рекомендательные системы, которые используют в своем ядре нейронные сети. Это тоже очень круто, тоже очень популярно, и скоро это будет. Вот. И, соответственно, это машина, которая ездит без водителей. Это машинка от Google, есть еще машинки от Tesla, которые покупают. Ну, они апробацию проходят, но я думаю, лет через 5 уже их начнут активно приобретать какие-нибудь крупные бизнесмены. Я видел забавное видео. Русский мужик купил себе машину Tesla, поехал на ней по каким-то заснеженным улицам и на скорости 40 км в час боялся отпустить руки с руля, потому что не был уверен, что она справится с движением. Вот, отпустил, но не смог расслабиться и снова взялся за руль. Вот. И недалекое будущее, что еще интереснее, это, знаете, это приход вот Бэймаксов, таких роботов, которые умеют понимать естественный язык, которые видят отличное, у них хорошее распознавание окружающей среды, и которые еще умеют какие-то функции выполнять, какая-то, ну, в них есть толика ума. Допустим, я не знаю, робо-няни. Они уже, наверное, существуют, но они какие-то недоработанные сейчас. И вот таких персональных помощников будет очень много. Джарвис. Про Джарвиса, знаете, я думаю, про Джарвиса не так, что это как в «Железном человеке», типа добрый искусственный интеллект, а про Джарвиса я вот в каком смысле думаю. Вот вы когда задаете запрос в Гугле или в Яндексе, вы всегда вводите что-то, что вам точно даст ответ. А крутость общения с Джарвисом заключается в том, что вы говорите с ним на естественном языке, допустим, с фразами, паразитами и так далее, Джарвис вас все равно понимает и отдает вам ответ тоже на вашем естественном языке. И я к тому клоню, что скоро вот искусственные нейронные сети, да и вообще алгоритм машинного обучения изменят область информационного поиска, когда вы сможете искать на естественном языке и не проходиться по страницам интернета, а вам сразу будет самый релевантный ответ агрегироваться. Очень много экспериментов сейчас проводится по вживлению какой-нибудь всякой техники в людей, киберлюди. Это тоже недалекая наша реальность с вами. Уже есть чипирование, и ну, все развивается. К примеру, в Германии есть успешные эксперименты, когда людям бесконечности приделывают протезы, и протезы самообучаются. Они считывают нейронную активность на остатках конечности и адаптируются к ней. И это тоже как бы машинное обучение и искусственные нейронные сети. И мой любимый тренд – это персонализированная медицина. Персонализированная медицина – это такая медицина, когда она проактивна. Не реактивна. Вот вы заболели, пошли к врачу. А проактивная медицина – это когда вы еще не заболели, но уже система вам рекомендует какие-то лекарства. И такая проактивная система, возможно, когда мы с вас собираем какую-то статистику, какие-нибудь всякие браслетики, какие-нибудь датчики, ваши омиксные данные, то есть экспрессионные данные, не знаю, биохимию постоянно сдавать и так далее. Вот когда вот будет весь этот профайл на вас собран, тогда можно прогнозировать рак. И есть такой человек в Стэнфорде, Майк Снайдер. Он на себе это все тестирует, и, по-моему, он сообщает в своих репортах, что у него получилось предотвратить свой наследственный рак, свои возможные наследственные штуки. Вот, благодаря этой штуке. Но он очень обеспеченный, он там глава, понятное дело. До нас это не скоро дойдет, но тренд такой есть, и он будет развиваться. И вы знаете, каким бы искусственный интеллект не был в конечном счете, каким бы крутым, каким бы слабым он не был, мне кажется, что искусственный интеллект никогда не сможет состязаться с естественной тупостью. Вот. Спасибо за внимание. Будьте в тренде технологий. Это я в стиле Ван Гога.
Спасибо большое, Евгений. Традиционные вопросы. Вот, отлично. Спасибо за лекцию. Можно узнать, каким-нибудь образом есть сдвиги в плане работы над нейронными сетями с теорией редких событий? Ну, то есть нейронная сеть, она основана полностью на том, что у нас есть какая-то выборка информации и, грубо говоря, вот эти метки ответов. И мы можем предсказать потом на тех же типах там, информации предполагаемые ответы там, с определенной долей вероятности. Но иногда случается так, что, допустим, какое-нибудь сложно прогнозируемое событие с очень большим эффектом. К примеру, крах рынка, да? Да, вот, ну вот что-то вот в таком духе. Вот есть какие-то работы, может быть, или что-то по этой... Ну, не, работы, конечно, есть, но аппарат математически не меняется. Просто вводится либо какая-то дополнительная регуляризация, и либо препроцессинг данных самих. То есть... Формально, вот они были нейронными сетями, они такими и остались уже 60 лет. То есть ничего особо сильно не поменялось. Вот. А редкие события предсказываются вот, за счет... Ну, я с этим не работал, вот, но знаю людей, которые работали за счет препроцессинга и введения каких-то регуляризаций. Вот. Спасибо за очень крутой доклад. Да, пожалуйста. Вот вопрос. Как я понимаю... Текущая реализация нейросетей — это, по сути, симуляция на чужих архитектурах. То есть вот процессоры, даже графические и так далее. И вот NVIDIA Pascal — это вот тоже, по сути, такая специализированная графическая карточка, так? Ну, допустим. Я не до конца понимаю. Просто. Ведутся ли работы по созданию каких-то вот аппаратно реализованных нейросетей? Может быть, специальные чипы? Конечно. Вот сейчас МФТИ анонсировал, что у них выходит чип, этот мемристоры, это нейронный, это чип, в котором есть память и в котором есть заложена базовая структура нейронов, и можно с ними работать. Кто анонсировал? Да. МФТИ делают, это мемристоры называется, почитайте. Вот. Ну, на самом деле много хайпа вокруг этого. Я вот, честно, в российские разработки не особо верю. А нет ли биологических исследований? То есть, может быть, биологические есть тоже. Культурные нервные ткани для этой цели применить? Так сейчас вроде как разработали такую штуку, когда вы можете создать любой топологии биологическую нейронную сеть и ее как-то стимулировать. И сейчас ведутся разработки, чтобы математически можно было это сделать, а потом вложить это в человека. Очень здорово. Вот. Спасибо. Но я не знаю этих работ, к сожалению. Но могу познакомить с людьми, которые знают. Спасибо большое за лекцию, очень интересная. Такой вопрос. Вот вы говорили про веса, получается, у входных значений и про функции выходных. Это кем-то настраивается или сама нейронная сеть подстраивает? А можете поднять руку, я вас просто не вижу. Я здесь. Угу. Да. Это как-то настраивается или сама нейронная сеть регулирует это? Веса в смысле? Да, веса, да, и выходные, да, да, в функции. Смотрите, вы задаете параметры, вы говорите, сколько слоев, сколько нейронов, какие функции активации. Нейронная сеть настраивается сама методами, обычными простыми математическими методами вычислительными, такими как градиентный спуск, либо генетическими алгоритмами и так далее. То есть алгоритм обучения в сети есть, когда вы ее применяете. Да, конечно. Я ответил на вопрос? Здравствуйте, спасибо большое за доклад, очень классная тема, актуальная. Хотелось бы уточнить, вы в самом начале сказали, что искусственный интеллект от такого, как Skynet, в принципе, еще не предвидится. Да. А что из себя это представляет? Ну, можно это представить как искусственный интеллект, у которого что-то пошло не так, который обучился чему-то не тому, да, и начал творить. А недавно Microsoft запустили в Twitter бота, девушку, которая в пределах чата стала утверждать, что употребляет наркотики и что она, в принципе, черных ненавидит. Ну, там еще было прикольно про Гитлера, да? То, что... Ну да, да, да. Я вот поддерживаю Гитлера и ненавижу евреев, она вот говорила. Это все. Угу. Так, если обычный бот в Твиттере научился этому за такой короткий срок, то почему суперкрутой искусственный интеллект там на крутой тачке не может стать Skynet? Ну, смотрите, я отвечу так. Во-первых, Microsoft просто не задумывалась об этом, когда они тренировали нейронную сеть. Там не было... Нейронная сеть тренируется исключительно на данных. Ей кормили просто все данные, и все.
и она агрегирует что-то, что общее для очень многих источников данных, понимаете? И в ней не заложено каких-то этических моментов. То есть если бы Microsoft пометила бы какие-то темы или какие-то слова отдельной какой-нибудь меткой, классом, что ну вот не говорим о Гитлере и евреях, вообще не говорим, вот, нейронная сеть бы об этом бы и не заикнулась бы никогда. А в таком ключе... Вот заикнулась. То есть как бы идея в том, что все равно это как бы не что-то пошло не так, это просто они натравили на все данные, и вот она из всех данных выцепила все. И мнение она формирует, потому что, возможно, кто-то очень близкий, я не знаю, какой-нибудь мыслитель сказал что-то близкое, поэтому нейронная сеть это копирует, повторяет. А почему невозможен Skynet? Ну, если коротко, то примерно так. Нету причинно-следственных связей сейчас в нейронной сети. Она не обладает особой памятью, чтобы что-либо запоминать. У нее нету внутренних импульсов, как у человека. Вы можете сесть в медитацию, погрузиться в себя и принять какое-то решение. А нейронной сети нужны метки, нужны импульсы, взаимодействие со средой и так далее. И нету причинно-следственных связей, она не может строить логические мысли и выстраивать для себя сама алгоритмы. То есть исключительно то, что заложат в нее люди. Хотя есть разработки в этом направлении. И сейчас нейронные сети умеют множество задач различных. Вот. Называется Neural Programming Interpreter. Вот. Если интересно, почитайте про это. Окей, спасибо большое. Здравствуйте. Тут как раз-таки мой вопрос только что прозвучал, к сожалению, или к счастью, как раз про поводу бота в Твиттере. И тут наткнулась возникла такая идея, а что если, допустить нейросеть до другого источника информации, помимо людей, чтобы она могла каким-то образом, скажем так, отсеивать плохие данные про того же Гитлера от того, что могло бы в принципе пригодиться. И второй вопрос. Можно увязать ваш доклад с предыдущей темой про исследование планет? Спасибо. Я не вникал в это, но я знаю точно, что в астрофизике используются методы машинного обучения нейронной сети. Я был однажды на летнем мероприятии, где на нейронном коллайдере слишком дорого делать симуляции взаимодействия частиц, поэтому там делаются математическими методами, там Монте-Карло и так далее, симулируются данные, а потом что-то предсказывают. Поэтому в астрономии, я уверен, что-то точно где-то есть. Я даже могу вам назвать человека, потом надо загуглить мне, который этим занимается, в смысле из зарубежных, я не помню его наизусть. А насчет первого вопроса, мне что-то сложно такое конкретное ответить, потому что, ну, кто знает, я не знаю. Но нету причинно-следственных связей, поэтому непонятно, чему бы она научилась. Здравствуйте. Спасибо за хорошую лекцию. У меня, пожалуйста, такой вопрос. Насколько вероятно, что в ближайшее время машинное обучение и искусственные нейронные сети настолько разовьются, что смогут выполнять задачи, которые в данный момент выполняют люди на своем рабочем месте? Ну, например? Как менеджер по продажам, да, отвечать людям на своем естественном языке. Ну, вот эти нейрочат-боты, да? Да. И, может быть, еще могут быть всякие другие задачи, например, какую-то вот задачу, которую раньше выполняли секретари, что-то подобное. Насколько это вероятно? Смотрите, стартапы по нейрочат-ботам, они уже есть. Я знаю как минимум два. Не знаю, насколько они успешны, не знаю там их капитализацию и так далее, но они есть. Но в основном они пока что, знаете, для фона работают. Типа поотвлекаем людей, пока не подойдет оператор. Вот. А насчет замены людей, так это же общая наша парадигма, что мы стремимся к тому, чтобы мы делали роботов и содержали роботов, а роботы содержали нас. Поэтому, ну блин, много, много такого, конечно, будет. Смотрите, вот многие люди задумываются еще, можно короткий тоже мой комментарий, задумываются на тему того, что вот машины, которые умеют ездить, у них все равно будут аварии. И вот случится авария, и какой-нибудь человек закричит: а вот, вот, искусственный интеллект не справился. Так все равно данные статистические, машина и искусственный интеллект будет ошибаться, но гораздо меньше и реже, чем человек. Но инциденты все-таки будут. Поэтому на многих специальностях просто пока что, наверное, невозможно полная замена. Добрый вечер. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вот я здесь, в углу. Я не вижу. Такой вопрос. Вот у нас уже есть нечто схожее с нейронами, которые используются у нас
в нейронных связях, да? Есть нейронные сети, которые умеют самообучаться. Возможно, даже есть где-то машины, которые конструируют другие машины. Но у меня вопрос такой. Как вы считаете, как скоро будет возможно переселить сознание человека уже в синтетическую оболочку? Не знаю, но я думаю, вам никто не сможет ответить на этот вопрос. Может быть, не знаю, может быть, какой-то пришелец. То есть, ну, смотрите, я просто так отвечу. Вот самые видные умы, на которых я знаю, на которых я ориентируюсь, это Джеффри Хинтон, это Ян Ликун, который сейчас возглавляет лабораторию в Фейсбуке, это Йошуа Бенгио, это Эндрю Ин, который сейчас возглавляет ресерч в Байду. Вот все они говорят, мы не знаем, что произойдет через 5 лет, мы не знаем. И вот на такие вопросы такого, в некотором смысле, спекулятивного характера просто никто не отвечает, потому что, ну, все это голословно. Ну, просто люди ведь все-таки стремятся не столько к комфорту, наверное. Сколько к вечной жизни. Да. Ну да. Ну, есть исследования, которые позволяют продлить жизнь, в том числе за счет нейронных сетей. Исследуются гены, которые влияют на старение в большей степени, и дальше подбираются лекарства, которые делают, снижают их, или поднимают, или понижают эти гены, активность. Вот. Ну, спасибо. Да не за что. Здравствуйте, а у меня такой вопрос. Проходит ли нейронная сеть какая-нибудь тест Тьюринга? Ну, вроде что-то прошло, но, по-моему, не тест, не нейронная сеть. Я точно не знаю. То есть пока тест Тьюринга еще не пройден? Ну, там была какая-то маленькая девочка, которая его прошла, по-моему, но, по-моему, она была основана не на нейронных сетях. Спасибо. Вы сказали про то, что сейчас нейронные сети искусственные не могут устанавливать причинно-следственную связь. И вот вопрос именно, какие ключевые слова есть для того, чтобы узнать об этом больше, и есть ли какой-то способ с помощью в искусственных нейронных сетях представления именно времени, да, потому что то, что мы видим, например, на животных, на детях, они, звонок, и через какое-то время заходит человек. Ребенок очень быстро эту связь понимает, да, находит. Да, да. А вот да. Именно с нейронными сетями, какие Смотрите, хотя бы ключевые слова, чтобы вот это узнать? Касательно второго вашего, то, что ребенок учится быстрее, и нейронным сетям нужно много данных. Сейчас очень много работ, посвященных тому, чтобы снизить количество данных для нейронных сетей, то есть воспроизвести ребенка. В основном эти сети нейронные называются либо semi-supervised, либо unsupervised, и они стараются без наличия данных что-то понять о системе. И Ladder Network, вы можете записать, такая работа, вот она очень близка к тому, что вы говорили в конце. Что касается ключевых слов, записывайте Inference, Reasoning, Neural Network. Вот все, что угодно в Google Scholar введите, и вам выкинется список статей, которые вы сможете почитать. Спасибо большое. Спасибо, Евгений. Не за что. А можно я вас всех сфотографирую? Мне похвастаться маме надо будет.